Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем. Советскую Республику. Того места, на котором остановились. Так, тут у нас строится хранилище для топлива. Завод уже шпарит. Так, надо перенаправлять машины. И бензовозы. Так, ну-ка. Давай-ка. Блин. Не туда. Новая остановка. Ты едешь сюда. Выгружаешь топливо. Вот это нам не надо. Грузишь топливо, везешь на таможню, и так все машины. Так, выгрузка. Топливо. Так, это не надо. И все остальные также. Копировать. Ставить. Вторые машины. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, их вроде 12 у нас, да? Или больше? Так, вот ты чё везёшь? Вы ещё нефть возите? Тогда. Загрузка, битум. Выгрузка. Ну, выгрузка чего-нибудь. Вот так. Это нам не надо. Это тоже. Так, скопировать. Так, ты где? Также возишь битум. И некоторых остальных переквалифицируем на битум. Этому и этому. А из одного надо сделать заправщик. Так, загрузка. Выгрузка. На АЗС частично. Так, АЗС, выгрузка. Топливо. Но не все. Где-то процентов 60. Остальное на таможню. Навозят потихоньку. Далее. Тройка идет. Так, жители что требуют? Бар, порт, больницу, кино. Так, не дошли до магазина. Но конторы у нас заняты. Все тоже надо строить, но денег нет. 64 тысячи.
Инфраструктура, где-то что-то должно быть еще. Механические службы. О, АЗС. Где-то что-то должно быть еще. Погрузчики. Так, верфи. Канатная дорога. Склады. Так, вот, автобаза есть. Контейнерный цех. Так, рефрижератор, хранилище. Автобазы. Автобазы, они занимаются доставкой грузов. Например, в магазин. Так, поставим пока малую, понадобится. Куда-нибудь сюда. Чтобы не мешалось. Так, там цистерна встанет. Так, экскаватор есть. Пока одной хватит, построите позже. Так, битум. О, уже навозил. Так что тебя пока что на базу, наверное. Там посидишь. А здесь надо будет строить бочку. Для битума. Дорога. Так, бочку и трубу вы построите позже. Пока нужно тут бочки. И посмотреть, кто у нас что там возит. Лимонад с машин. Так, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Так, 16 это битумная, 17 автобус. Так, ты у нас возишь. Везешь нефть? Разгружать чего-нибудь, ладно? Второй. Топливо. Третий битум. Четвертый топливо. А чё, не заправился? Топлива нет, что ли? Пятый битум разгружает нефть. Шестой загрузил с топливом. Седьмой тоже полный. Пустой. Едет разгружаться. Издевается. А нет, он полный. Следующий. Так, полный. На разгрузку.
загружен. Так, это пока отдыхает. Так, маловато что-то битума возит. Так, это заправщик. Это еще один заправщик. Так, кому-то надо еще битума. Так, ты где? На остановке. На какой? Так, пришла осень, сентябрь. Так, земля пожелтела. Нам еще уголь надо будет. Но температура пока нормальная. Котельную еще кого-то надо будет. Так, ну пусть начинает один человек кто-нибудь кидать уголь. Угля докупим. Так, машины пришли. Бочка. А, трубу построили, бочку. Вот этот зараза, он сразу чего-нибудь в нее накачает. Чего не хватает? А, всего хватает. Надо бы народ расселять, то есть нужно строить после бочки жилой дом. Так, больница работает. Котельную завели. Так, кран пришел. Ну, бочку довольно долго строят. Потом они будут брать топливо и битум из бочки. Так, вот ты возвращается. Эй, куда? Куда поехал за нефтью? Тебе не за нефтью, товарищ. Тебе за битумом. Загрузка, битум. А тебе не надо. Вот так. А кто еще там к резервуару присосался? Техника. Техники нет. Все, последний остался. Упустил одного. Так. Кого-то надо на битум. Вот тебя. Вот так. Так, денежки пошли. Почти достроили. Успею, не успею паузу нажать. Опа. Так, пошло топливо сюда. Ладно.
Вот теперь все машины надо... опять перенаправлять. Чтобы возили из бочки, а не с завода. Так, ну заправщик пусть. Заводы шуршит. А вот этот... из резервуара. Завод. Ой, блин, надо каждого отлавливать теперь. Эти битумные. Так, этот. Не на завод. Ой. Загрузка. Топливо. Так, это не надо. Это не надо. Новая остановка. Резервуар. Ну, пока переделаю, там достроят. Список все меньше. Грузишь топливо из резервуара. Всем так надо указать. Так, раз, два. Так, это заправщик. Заправщик пусть с завода работает. Четыре. Так, битумных сколько машин осталось? 6 битумных машин. Так, автобус, это заправщик. Все правильно, остальные все отсюда. 8 машин. Возят топливо. Так, конторы чем заняты? Не, ничем. Так, сентябрь. Понадобится, наверное, технические службы. Но пока строим жилой дом. Хотя, фиг его знает. Давайте-ка займитесь. Поехали. Асфальтному пока хватает. Можно даже отменить автозакупку, но пусть останется, закупается, если совсем ничего не останется. Так, заправки, как успехи?
залили. Ну, автозакупка. Можно даже убрать, наверное. Хотя, пусть остается, она не мешает. Она закупает лишь 4 тонны. Если меньше останется, будет докупать. Так, тут. Эй. Кто-нибудь сюда едет? А, на заводе он грузится. Ну, пусть на заводе грузится. Чё-то здесь топлива нет, ну нифига. Ни разу не довез, что ли? Так, погрузчики, ну, купим. Так, один пусть будет. Задание, заданий нет, ну, пусть пока. Возить нечего и неоткуда. Дороги нам нужно делать. А еще поставить лесопилку. Лес пусть будет свой. Так, тут нефти хватает. Битума дофига. А вот топливо вывезли, зараза. Надо бы еще переназначить кого-то. Больше битума вывозили. Тебя. Так, денежки пошли в плюс потихоньку. Так. Что строим? Пошла стройка. Температура падает, котельная бурчит, бурчит, уголь кушают. Может, давайте двух человек сюда. Производительность подняли. Добежит кто-нибудь. Шустрее пошел потреблять уголь. Ну ладно, докупим. Так, собственное бетонное производство запустить бы, конечно. Так, цементный завод и завод бетонных панелей. А еще нам нужно будет уголь. Уголь был где-то здесь. Надо поискать. Угольная шахта. Так, тут у нас железо должно быть, а уголь примерно здесь где-то. Вот. Угольный райончик, но далековато. Где еще есть? Поближе где-нибудь. Так, тут что-то есть. В этих горах есть, но очень мало. Вот, угольный райончик. Сюда примерно можно и шахту. Да, уголя тут немного. Так, зато есть. Но не достанет. Ну и ладно. Так, если шахту поставить здесь.
Экскаваторы заняты. Так, где еще есть уголь? Вот, хороший угольный райончик, но до него далековато. До него прилично, хотя здесь железо недалеко должно быть. Железный же, вот. Железные горы у нас. Железо дофига. И угля дофига тут рядом. Ну, не сказать, что дофига, но где-то есть. Вот здесь вот угольный райончик хороший будет, но... уже говорил, далековато. Ну, что же делать? Так. Хранилище. Малый склад. Может, вторую шахту поставим, посмотрим. Переработка. Завод по переработке угольной руды. Да, тут надо выравнивать поверхность. И неплохо так выравнивать. Не соединяется. Так, пусть роют. Бесплатная эта копка. Да. Копать и копать. Но уголь нам нужен. А эти все штуки дорогущие. Волф нет. Да на какой оно высоте-то, блин? Во. Уже лучше. Так, теперь остановку для начала. Автобусную. Так. Куда-нибудь сюда. Так, опять. Что за фигня? Не достает. Да, просто не достает. Придется выравнивать. Блин.
Что-нибудь побольше надо. Для выравнивания местности. Остановка должна доставать до шахты. А там уже не достает. Рыть можно только в эту сторону. Просто не пролезет. Дорога. Вот тут какой подъемчик. Попробуем выравниваем местность. Так, надеюсь, достаточно. Теперь главное, чтобы конвейер прошел. Так, потом. Завод. Опять выравнивать. А, дорогу. Что за фигня? Так. Тайнт. Соединиться? Что не нравится? Так, нам нужно, чтобы здесь соединился конвейером. Фиг, он, наверное, соединится через эту дорогу. Далеко. Ну ладно. Там пока строят. О,
Опустить немного. Да, вот почему дорога не пройдет. А так? Уже лучше. Замечательно. Так, конвейер. Строим. Вот такой будет угольный райончик. Дорога пройдет. В эту сторону. Или как? Слишком большой подъем, издеваешься. Выложим. Затащим. Отлично. Это к городу. Впоследствии сюда еще можно будет поставить железнодорожную. А, хранилище надо. Так, большое. Сыпучих грузов. Блин, тут. Экскаватор не достанет. Так, за рубли. Но не строим, а выравниваем. Теперь строим. Ладно, здесь автозагрузка не нужна. Загрузят прямо из хранилища. Так, будку сюда. Трансформатор сюда. Также к дороге. Какой стороны только. Ладно, не важно. Так, нужно ли себе сюда отопление, фиг его знает. Делитель. Не знаю, нужен, не знаю, нет, но пусть будет. Так, и это пойдет туда. А тут я не прокину. То есть тонкий кабель я не прокину.
только большой. Ну ладно, это все потом. Как успехи, народ? Когда строили? Деньги есть, так займитесь домом. Ой, сейчас плиты полетят, закупка. Так, топливо хоть сколько-то навозил. Эй, где заправщик? Ну? Так, нефтепровод завод загружать. Выгружать АЗС. Выгружать АЗС 70%. 60 давайте от оставшегося. И погрузчики. А что он везет? Ноль он везет. Какого фига он везет ноль? 50%. Поставим он 40 тогда. Он, по идее, считает эти проценты от оставшегося. На эту АЗС натаскали. И куда он едет? Проследим. Вот он поехал грузиться. Так, там 34 тонны есть. В резервуаре сколько-то есть. Ну, товарищ. Так, работнички там есть? Работнички есть, можно второй автобус пустить, но пока не нужно. У, там битум-то сколько скопилось. Кого-то нужно переквалифицировать. Так, ты зачем, товарищ? За битумом. Битум вывозят. То есть здесь он набьется, завод больше не сможет производить вообще ничего. Бочку надо строить для битума. Так, эту пока не строим. А вот бочку надо бы. Так, где наш заправщик? Загрузился. Загрузился, поехал. Поехал на АЗС-2. Это у нас вот это. 46 тонн на ней. Так, дом начали. градусов, но отопление есть. Уголь. Сожрали, покупать надо. Так, давайте-ка минус один рабочий. Сжрет слишком много. Ну и докупим. Единоразовая закупка. Так, вот наш заправщик притащился на одну АЗС. Так, 6 тонн должно остаться. Да. Половину слил. Поехал на вторую АЗС. Выгружать 40%.
битом еще есть. Да, дороги надо будет делать, гравия дофига, почти полный. Так, вот на вторую АЗС притащился. Один и две тонны осталось. Почему сюда не доезжает? Вообще по нулям. Может, пересчитывать теперь по-другому эти проценты? Нет того, что осталось от общей емкости? Тогда понятно. Вот топливо пошло. Другое дело. Вот так катайте. Там всего 25 тонн быстро навозит. Тройка. Тройка идет. Так, мост надо будет. Угольному региону. Переименуем. Так и назовем. Этот можно переименовать, но... Пусть пока. Так, тут построили. Что-нибудь купить можно, так. Нужна техника? За 5000. Ну, давайте парочку. Иглоуборщиков пригодятся. Так, денежки пошли, что-то закупают. Панели закупают килотоннами. Так, железо, панели. Семьдесят семь тонн. И дальние дома расселим поближе. А там народ побежит оттуда. Да, жратвы достать не могут. До больницы добежать. До бара добежать. А тут будет центр. Так, тут. Шуршит вроде бы. Вроде как. Так, а где вот посмотреть, что им надо? Так, надо ли им отопление? Но этим, по-моему, ничего не надо. Вот нагреватель. 13 кубометров. Больница. Пожарка. Вот нагреватель. Этим надо. Этим отопление надо. Заводом, похоже, не надо. Так. Привезли панели. Еще 53 тонны. Так, там же будет электростанция возле угольного райончика.
Там надо сразу закладывать и железнодорожную платформу. Наверное, здесь. Так, где? Троллейбусные. Мосты. Станции. Грузовая, так, тяговая. Депо длинных поездов. Так, терминал жидких грузов оттуда. Депо. Платформа. Маленькая платформа, вот. Так, это у нас конечное хранилище. Так, 100 метров добегут, значит, до любого здания. Вот дорога, пес его знает. Пройдет, не пройдет. Под этим конвейером. Ну, почти-почти. А если осадить малость? Блин. За деньги. Ну-ну-ну-ну-ну. Не желает. Не желает. А так. А если отсюда? Отсюда пойдет. Нам нужно, чтобы только народ добегал до шахты и до того здания. Вот так. Дальше пойдет терминал железнодорожный. Дорога. Дорога, дорога. Вон туда. Сравняем.
Да, надо было по прямой тащить, ну и ладно. Тут у нас будет мост. Так, балочный. Кирпичный, бетонный. Бетона будет достаточно. А нет. Сразу электрифицированный, может, сделаем. Заложим. Вдруг туда и троллейбус спустим, фиг его знает. Ну, здесь провода снесем. Так, а тут силовая линия. 18 мегаватт. А, это слишком будет. Хотя... делать нечего. Придется, так. И делитель. Пока не надо начинать строительство. Стоять. Металл оттуда уйдет. А, ну немного, 7 тонн стали. Все пусть построят. Тут пока все сразу строить не надо, отменить надо. Это все строительство. А то ломануться, строить. Все и сразу. О, конвейер забыл. Пока строительство приостановлено. Так, это малого напряжения. Значит, сюда еще понадобится трансформатор. Станция. Высокое напряжение. Подать дорогу. Подвести. Так, сеть малого напряжения. Среднего так туда. Вдоль дороги. Примерно. Так, будка. Будка есть.
Так, что смогут построят? Но еще мост строить. Пока даже дорогу не соединил. Так, тут как спехи. Топливо возят. Дом. Построили. Вот там уже народ сидит. Заселился народ. Так, ну-ка, вот эти переезжайте. Полным составом. И эти тоже. Все, мест нет. Эти уже не влезут. Еще один дом надо строить. Приступайте. Так, все по максимуму. Немного не тех расселил, но ладно. Будем расселять всех. Так, 10 вышкой, 79. Так, как там школы, детские сады? Пусто. А в детских садах дофига. Всех неучей выучили. Тут что у нас? Битум еще есть. Заправщик трудится. Все исправно, все урычит, функционирует. Да битума тут скопилось. Немножко слишком дофига. Так, что строим? А, строим дом. Следующая будет у вас бочка для битума. Тут всего 250 тонн, а бочка на 1500. Можешь, конечно, купить, наверное. 16 000, да. Денежки уже есть. Так, температура 7-6. Падает. Уголь, наверное, там летит. Так, сюда только битум. А вот трубу вы построите. 41 тонна стали. Купить 25 000. Ну, лучше купить, наверное. Битум пошел. Так, машины перенаправить теперь надо также. 2 градуса, 1 градус. Так, дома отапливаются. Да. Ну, слабовато. Поддать котельную. Опа, нет рабочих. Издеваетесь? А куда все сбежали? Не топят, зараза. Потом еще даже угля докупим. Так, денежки пошли на панели. Так, 2 человека трудятся. Может, 3. Поддать газку. Производительность подкинуть. Вот так. Так, нефть. Техника. НСЛ. Ну-ка давай вот сюда вот. Ой. Завод бочка. Загружать битум. Завод тебе не нужен. Следующий. Из бочки битум. Завод удалить. Так.
Заправщик. Ты из бочки грузишься. Завод удаляем из маршрута. И также. Так, это автобус. Так, этот везет. Новая остановка. Следующая остановка — бочка. Заправщик. Заправщик, заправщик. Автобус. Так, это битум. Сюда. Здесь нужна бочка будет. На асфальтовой. Дом. Строит. Еще как. Так, битум пошел. Но они берут не только из бочки, но и из завода сразу. Ну а теперь хоть есть куда сливать с завода. Загрузился полный, полный. Так, нефти маловато. Вы переработали, заразы. Шестьдесят семь тонн. Ну, тут нефтяные поля еще есть. Можно поставить второй такой классер из трех качалок и насоса в эту же бочку. А здесь есть второй вход. То есть еще один можно такой классер из шести качалок, двух насосов и одной бочки подключить сюда. С нефтью проблем не будет. Так, а вот с углем. Уголь жрут. Так, тут уже накидали. Сюда понадобится дофига всего. Так, вы еще линию строите? Ага. Они еще линию строят. А, ну, туда все привезли, остались трудодни. Подъехал кран. Народ подвезут, линию построится. Тут. Тут дороги нет. Так, на что жалуются? Порт. Больница, бар. Но в этой части бара нету. А эти на что жалуются? Бар, кино, мясо. Что, мяса не хватает? Тут закупается постоянно. Так, электролиния строится. Низковольтку через реку не кинешь. Ладно, остальное потом. Нефть скушали. Топливо есть, битум. Еще есть. Здание. Так, тут как? Нагрузка. 112%. Еще будка нужна. 112% — это возможность пожара. Перегрузок и пожара. Так, пожарные у нас курят пока, да? Две машины. Нового пока ничего нету.
новой техники. Ну, первый месяц. Так, минус 1 градус. Так, техника еще не вышла. Да на 1000 метров будешь чистить. Режим. Два снегоочистителя. Так, панели возят. Стройка идет. Так, дрова привезли или кран привезли? Кран поставили. Так, денег 40 тысяч осталось. Так, работяг там сколько? Ну, сколько хотят поработать? Котельная шуршит. Уголь надо на автозакупку, наверное, поставить. Хотя не надо. Единоразово пока будем брать. Как-нибудь протянем. Так, панели кончились. А, там три крана шуршат. Панели не успевают даже разгружать. Строят прям с машины. Все. Так, еще кто-нибудь что-нибудь везет? Грузится. Ну еще опять бюджет ополовинят. Три с половиной машины, так. Еще кто-нибудь едет? Едет. Загружать. Загрузка 100%. Да. А следующий будет неполный, скорее всего. На асфальтный. Пошел. Подвезималось. Все, одно место вот это плохо. Да пусть катается, не жалко. Так. Кто тут с техникой? Так, кто это такой? Это заправщики. Так, заправщик. Питом возят на асфальтный. И автобус. Да, нефти нифига нет, все высосали. Ну, будут пустые некоторые ходить, ничего страшного. Можно кого-нибудь там будет притормозить, посадить пока. В гараж. Так, здание. Разгружать не успевают. Да, машина медленно ездит. Дороги надо. Хотя бы гравийкой. Так, 18 тонн. Так, один едет. И этот загружать 100%. А ты сколько везешь тогда? 11 тонн. А, ну они только развернулись. Ш-
60%. Вот, последняя машина пошла. И надо будет на паузу, чтобы никто не вселился. И переселять из дальних домов. Колонна прибыла очередная, 53 тысячи. Бюджет растет. Так, еще 7 тонн панелей. Конторы чем заняты? Все, только домами, да? А ну-ка, дорогами займитесь. Давайте-ка гравики начнем. Вот здесь пока. И здесь. Поехали. Бетонного завода. Утка. Хранилище, башня. Займитесь, товарищи. Вот так кусочками. Так, этих заперли пока. Ну, гравия там полный склад. Посидят, ничего с ним не будет. Самосвалы пошли. Так, дом. Где 7 тонн панелей? А, вот они. Надо потихоньку все это в гравий. Сидят, проехать не могут. Подождут. Так, дом давайте достраивайте. Уголь. Еще не сожрали. Ноябрь месяц. Дом готов. Почти. Есть. Так, стоять. Вот этих всех выселяем. Или тех. Тех, наверное. Первым делом. Нести. Вот этих надо выселить обязательно. Там будет нефтяное поле. Один чувак не влез. Больше некуда. Еще дом нужен. Кстати, вот обязательно снести. Так как тут у нас нефтеносный райончик. Ладно. По дому построили. На что жалуемся? Работы нет. Так, эти сейчас, вот эти жалобы исчезнут. Тут у них все под боком. Кто где сидит? Где народу много? 25 человек. Так. А нет персонала. Дороги укатывают. Гравий возят, там экскаваторы шуршат. Кое-где люди шуршат. Так, контора. Тройка пошла, экскаваторы повезли.
экскаваторы, бульдозеры. Все пошло в ход. Такими кусочками укатают. Так, и есть отрезок. Бульдозеры своим ходом шпарят. Ну, такие маленькие отрезки довольно быстро делают. Еще кое-куда людей подвезут. На этот отрезок. Три участка сразу строят. Четыре. Из пяти. Очередной готов. Так, это тоже навозил, наверное. Да. А ну-ка, садись обратно. Чтоб не мотался туда-сюда. Дальше строим бочку. В бочку будешь возить. И еще я что-то хотел построить. Ну да, следующий дом. Так, нефть высосали всю. Так, ну запасы еще есть. Если что, тормознуть никогда не поздно. О, это вы куда ломанулись? Бочку строить? Там еще ресурсов даже нет. Народ уже набежал. Так, дороги укатали. Еще участок. Так, все указанные участки укатали, можно дальше закатывать. Постепенно. Ну, пусть бочку строит. Так, гравий подвезли, асфальт подвезли. Бетон везут. 11 тонн стали. Так, денежки пошли. Опять больше 60 тысяч. Ну ладно, на этом пока, наверное, закончим эту серию. Всего хорошего, всем пока.